Всем ула! Спасибо, что заглянули на мой канал. И сегодня мы приготовим сырно-сливочный крем. Что нам для этого необходимо? 250 грамм сыра Филадельфия, 250 грамм маскарпоне, 250 грамм сливок 33% жирности, 200 грамм сахара, 2 чайные ложки ванильного экстракта. Сначала взбиваем Филадельфию, маскарпоне, сахар и ванилин до однородной массы, примерно около 5 минут. Затем вливаем сливки и также продолжаем взбивать до однородности около 2-3 минут. Перед употреблением дать охладиться в холодильнике в течение 30 минут. Такой крем подходит как для тортов, так и для капкейков и пирожных. Пышный и нежный крем готов, а мы с вами встретимся в следующем видео. Пока!